Привет, меня зовут Тон Шепард, я являюсь дистрибьютором компании Greenleaf более 2,5 лет. А также я являюсь основателем проекта «Думай экологично» с Greenleaf. Сегодня хочу подвести некоторые итоги, а также наметить планы на будущее. Подача материала будет сжатой для экономии вашего времени, поэтому видео разбито на разделы для удобного повторного просмотра. Но для начала немного предыстории. Поехали! Так лично у меня все началось примерно 5 лет назад, когда было явное стойкое ощущение того, что мир находится на пороге кардинальных изменений. И в тот период я начал активно изучать новые профессии, новые направления, постоянно учился и продолжаю до сих пор. Активная фаза трансформации мира идет последние 2 года. И это уже видит и чувствует на себе практически каждый. Где-то примерно 3,5 года назад я пришел к тому, что необходимо осознанно подходить к своей жизни, к потреблению, к тому, что мы лично я потребляю, моя семья, мои близкие. И начинать нужно с себя. Именно тогда я начал искать дело, которым хотелось бы заниматься самому. То есть это дело должно быть связано с осознанным потреблением. А таким образом ты меняешь себя, помогаешь себе, и также хотелось делиться этой информацией или помогать в этом другим. Начал я с изучения рынка MLM-компаний, то есть я мониторил информационное поле на наличие каких-то интересных проектов, которым бы хотелось бы мне заниматься, но не находил каких-то компаний, проектов, которые отзывались бы лично мне, да, но пока не появился в моей жизни проект Greenleaf, который сам по себе я уже не искал целенаправленно, то есть он пришел сам по себе, то есть я искал подобную тему, и так получилось, что этот проект появился в моей жизни. Осознание того, в каком искаженном мире мы живем, конечно же, каждому приходит по-своему. Так же, как и мне, оно пришло, наверное, не сразу, но когда это осознаешь, начинаешь понимать, зачем тебе нужен именно этот продукт или эта компания, или почему тебе нужно действовать так или мыслить так, а никак не иначе. Кстати, именно по этой причине наш проект называется «Думай экологично», потому что именно с мышления начинается процесс изменения вашей реальности. Когда мы мыслим совершенно по-другому, мы делаем совершенно другие выборы или другой выбор в определенных ситуациях, и в дальнейшем это все материализуется в нашем физическом мире, так скажем. Ну, а если говорить про то, что нас окружает, это, естественно, продукция, которую мы потребляем, которую мы постоянно пользуемся в магазинах, или это могут быть обычные магазины рядом с вашим домом, либо это могут быть интернет-магазины, которые вы используете для каких-то покупок или спонтанных, или постоянных. В любом случае, мы имеем дело сейчас с такой тенденцией, что продукция далеко не того качества или не того содержания, как, казалось бы, предполагает упаковка или даже иногда состав этой продукции. Ну, я могу сказать по личному опыту, что у меня уже было много таких ситуаций, где я убеждался, что составы зачастую могут не соответствовать или, так скажем, есть какие-то еще вещи, которые там не прописываются. Сейчас, естественно, не будем приводить какие-то конкретные примеры, тыкать в кого-то пальцем. Важно то, что это есть, и думающие, анализирующие люди прекрасно понимают, о чем я говорю. Поэтому здесь все дело обстоит очень просто. То есть, когда мы не уделяем этому внимания, то мы пускаем это на самотек, и некачественная продукция, некачественный товар начинает влиять на наше здоровье, на наш быт, на наше окружение, на то, как мы себя чувствуем. И именно этого не стоит допускать, если вы хотите качественно поменять что-то в своей жизни, в своем здоровье. То есть начинать нужно с самых простых и базовых вещей.
Ну, как всегда, вопрос, что делать, он, естественно, на повестке постоянно. В любой непонятной ситуации нужно искать какие-то решения, как из нее выходить. И в данной ситуации выход тоже есть. Если сказать обобщенно, то это менять привычки, менять свое мышление, менять подход к тем вещам, которые мы из года в год привыкли делать одинаково. И когда ты выходишь из зоны комфорта, когда ты начинаешь анализировать и разбирать на составляющие все, что ты до этого делал на автомате, вот тогда начинаются интересные откровения, начинаются интересные открытия. И поверьте, мир после этого не будет для вас скучным, жить будет очень интересно, и в этом поиске вы, может быть, даже сможете качественно поменять и свое личное окружение. Итак, переходим к основной теме видео. 2,5 года с Greenleaf. Как ощущения? Какие можно сделать выводы? Какие планы можно наметить на будущее? Самый ключевой вопрос, когда я вступал в Greenleaf, это было соответствие того, что говорится о продукции Greenleaf, с реальным ее использованием. Поскольку тогда информации было очень мало, и ассортимент был не настолько широк, как уже сейчас, то, соответственно, решение было на поверхности. Это просто брать и пробовать, что я и сделал. И первые месяцы лично я сам использовал все, что, ну, так скажем, смог из ассортимента использовать в быту, в качестве каких-то подарков, то, что я брал, кому-то дарил, также пробовал. Ну и, соответственно, опыт моих близких, друзей, членов семьи и опыт партнеров. Потому что, поскольку всю, конечно же, продукцию я лично не перепробовал, но это и не требуется, поскольку на данный момент есть четкое понимание, что товар соответствует или продукция соответствует заявленному качеству компании. Это очень важно для товарной компании. Продукция действительно качественная, и ряд позиций, откровенно говоря, вытеснил те аналоги или ту продукцию, которую я даже не помню наименование, которую я использовал до компании Greenleaf постоянно. Ну, это какие-то простые вещи, которые постоянно нужны в обиходе, в быту, в дороге и так далее. И на данный момент у меня даже нет желания искать какие-то альтернативы, потому что качество настолько устраивает, что, ну, какой смысл искать что-то лучше, тем более наверняка это будет все дороже, как показывал опыт и анализ подобной продукции в течение этих 2,5 лет. Еще одной отличительной особенностью продукции Greenleaf это то, что большую часть ассортимента можно смело дарить на подарки, поскольку очень много уникального, интересного товара, продукции с высоким качеством. И, ну, по сути, проблема подарков, она исчезла как таковая, поскольку всегда есть в разных жизненных ситуациях есть что подарить на тот или иной случай. Пока я готовил запуск интернет-магазина, я постоянно мониторил инфополе на предмет интересного контента о Greenleaf, так в том числе, кстати, и негативных отзывов. И каково было мое удивление, что негативных отзывов нет, их просто не существует. Конечно же, я сейчас не говорю о злопыхателях, заказных комментаторах, которые всегда бывают, да, и я говорю об адекватных людях, об адекватных каких-то роликах, материалах, которые, ну, абсолютно аргументированно говорят, что, например, вот здесь вот недостаток или здесь что-то совсем не то. И, ну, вы можете сами проверить, зайдите на YouTube и проверьте, то есть ролики с некачественный товар там или нечестный маркетинг, ну, что-то вот наподобие, да, то, что связано с негативом, вы не найдете. То есть это говорит о том, что компания очень сбалансированное предложение, компания вышла с качественным продуктом, с адекватной ценой и в том числе со сбалансированным маркетингом. Это на самом деле только со временем подтверждается и не может не радовать. Поэтому, если вы еще не партнер Greenleaf, то имеет смысл поизучать информацию о компании,
Поскольку рынок еще только формируется, проникновение на рынок не такое, так скажем, явное, то есть многие даже они вообще не слышали. Ну, если нужны вам какие-то подробности материала, то вы можете посмотреть внизу под роликом, будут ссылки, в том числе на наш интернет-магазин, где вы можете ознакомиться с ассортиментом, а также на первоначальные материалы. Напишите нам, и мы вам вышлем пакет документов, первоначальный для ознакомления. О чем еще раз говорит отсутствие негативных отзывов? О том, что продукция действительно качественная, то есть соответствует заявленному предложению. Ассортимент по ряду позиций действительно уникален, не имеет аналогов. Маркетинг-план сбалансированный и очень выгодный на данный момент. Подчеркну, что не бывает идеальных маркетинг-планов, речь идет только о балансе. И следующий момент – это перспективы, то, что рынок только формируется, компания малоизвестна, и для тех, кто хочет строить крупный бизнес или вкладываться, инвестировать по-серьезному, здесь отличные возможности. Маркетинг-план имеет гибридный формат, в основе которого степ-бинар, то есть маркетинг-план рассчитан на быстрый рост структуры, но при этом имеет и раскрывает очень выгодные бонусы в глубине для тех, кто выстраивает большую мощную структуру и нацелен на высокие ранги в компании. На данный момент очень много бонусов и подарков. Компания постоянно формирует какие-то акции. И эти акции зачастую становятся неожиданным сюрпризом для многих партнеров, поскольку дополнительно предлагают различные и как денежные бонусы, так и в виде продукции. Поэтому советуем внимательно поизучать вопрос по маркетинг-плану отдельно. Будет отдельное видео, потому что это тема для отдельного разговора, для того, чтобы вникнуть в суть вопросов, в цифры и так далее. Одним из преимуществ, явных преимуществ маркетинг-плана Greenleaf является отсутствие ежемесячного личного товарооборота или LTO, что выгодно отличает его от аналогичных предложений или подобных маркетинг-планов других компаний. Почему? Потому что над вами не висит дамоклов меч о том, что вам необходимо постоянно что-то докупать или делать какие-то баллы, кому-то что-то впаривать или докупать самому, чтобы выполнить какую-то квалификацию. Есть необходимый оборот в 30 PV, годовой товарооборот, который соответствует примерно 2500 рублей, что очень даже лояльно, и по сути каждый партнер может себе позволить такой вот обязательный оборот ежегодно сделать, что предполагает достаточно свободный формат взаимодействия с компанией, выстраивание своей стратегии, комфортной вам. Поэтому это сейчас очень большой плюс. У компании Greenleaf очень фундаментальный подход к логистике. Все достаточно на высоком и серьезном технологическом уровне. О том, как организована логистика, вы можете посмотреть вот в этом ролике, который будет здесь ссылка. Также она будет внизу видео. И там все наглядно увидите. Это официальный ролик от компании. Итак, что сделано за этот период? Сделано на самом деле многое, а предстоит сделать еще больше. То есть я этот период называю этапом закладки фундамента для команды «Думай экологично». То есть за этот период мы успели создать соцсети. Это ВКонтакте, это YouTube, это Instagram. И сейчас готовим к запуску «Одноклассники». То есть на данный момент соцсетей достаточно, других каналов пока не будет. Сейчас мы готовим перезапуск контента. Будет много интересных тем, вопросов подниматься. Будем проводить прямые эфиры. Опыт прямых эфиров, кстати, был у нас в 2020 году. Ссылки также есть на наших каналах, на эти видео. То есть все это сохранено, можете посмотреть. В том числе запускали курс, вводный курс для тех, кто не знаком с соцсетями. Это был базовый курс для партнеров Greenleaf по SMM, то есть это по продвижению в соцсетях.
если сказать простым языком. Вот, так что такой опыт тоже есть, и в дальнейшем для нашей команды, для партнеров будем проводить вот такие повышения квалификации, в том числе учить писать посты, снимать видео, монтировать видео и так далее. То есть все, что нужно для того, чтобы командно взаимодействовать. Ну, еще раз можно сказать о продукции. То есть мы ее проверили на дистанции. Достаточно длинная дистанция, 2,5 года. И хочется сказать, что еще ряд ассортимента, который только появляется, он еще только проходится в стадии сбора информации, анализа, как это, что в использовании, в эксплуатации. Учитывая то, что компания вообще планирует в ближайшее время расширить, очень сильно расширить ассортимент, то возможности и перспективы просто удивительны. Осенью 2021 года мы открыли свой интернет-магазин, который доступен круглосуточно. Вы можете ознакомиться там с ассортиментом, есть описание товаров, собраны видеоматериалы по товару, обзоры. Также, если вы не являетесь партнером, вы можете заказывать через этот магазин как розничный потребитель. Ссылка на обзор на этот магазин будет внизу. Можете сами отдельно посмотреть ролик о том, как работать с этим магазином. У компании Greenleaf грандиозные планы по продвижению своей продукции и своей философии. Самые значимые для нас – это открытие в первом полугодии официального шоурума компании в Москве, а также строительство завода на территории России в 2023 году. Планы нашего проекта Greenleaf «Думай экологично». Мы формируем сообщество, в котором будет приятно общаться, обмениваться мнениями, распределять задачи для совместного продвижения и развития проекта. Поэтому, если вы хотите учиться, повышать свой уровень в новых интересных направлениях, то я надеюсь, что это будет то место, где вы найдете своих единомышленников. Лично я убежден, что продвижение проекта, особенно в MLM-формате, командная работа предполагает не развитие через личный бренд, как это принято считать, а я искренне считаю, что пришло время для командной работы, командного взаимодействия. И поэтому тот канал, те соцсети, о которых я сегодня говорил, они могут стать вашей площадкой для вещания, для продвижения, что предполагает отличный синергетический эффект, поскольку вам не нужно тратить много энергии на создание своих вот таких вот каналов, сайтов и так далее. Конечно, вы можете в дальнейшем сделать свои собственные сайты, соцсети и так далее, но на первом этапе мы делаем все, чтобы у вас первое время была максимальная поддержка и чтобы у вас уже была площадка для старта. Но более подробно о нашей концепции и философии можно узнать в личном общении. Пишите нам или звоните. Можем договориться на консультацию, где все эти моменты подробно разберем. Пришло время менять привычки, пришло время менять мышление. Думай экологично. Большое спасибо за просмотр и всего доброго. До скорых встреч!